Автопробег с триколором в Туве проводится второй раз. В прошлом году участники охватили западные районы, конечный пункт которого был Красноярск. В этом году решено было объехать южные районы по таким селам, как Байхак, Балгазын, Кызыларык, Самогалтай и Эрзин. Стартует автопробег традиционно с площади Победы. В каждом населенном пункте запланирована остановка, чтобы провести различные программы. Привлекать молодежь, то есть будет интересно для молодежи виды, как сборка, разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматического оружия. То есть как бы не только агитационные, но и показательные мероприятия. Пока в мероприятии участвует 11 автомобилей, к патриотической акции мог присоединиться каждый, и завершится автопробег 22 августа. Этот праздник как бы объединяет народ, показывает целостность, стремление народа к единству, преодолению трудностей, достижению успехов и побед. Наш флаг триколор знает во всем мире, уважает. В автопробеге сегодня принимает участие региональное отделение ДОСАФ, Министерство дорожно-транспортного комплекса, культуры и туризма, Национальный музей с передвижной выставкой исторических фото, а также отделы культуры муниципалитетов. На достигнутом организаторы мероприятия останавливаться не собираются. В следующем году автопробег с триколором будет проходить по северным районам Тувы. Диана Баянбугусарисхова, телекомпания «Новый век».